Новая уже 18-я по счету зарядная станция для электрокаров открылась в Нижнем Новгороде. До конца года в городе планируется открыть 40 таких станций. Новую сегодня посетил мэр Юрий Шалабаев. Место очень интересное с точки зрения, это верхняя часть города. Здесь, конкретно в этой локации, электромобилистам, пока они заряжают свой автомобиль, у них есть возможность сходить пообедать, подстричься, вообще провести время. Сколько времени полный заряд? В зависимости от автомобиля, да? Да, в зависимости от автомобиля, от полутора часов до шести. Очень удобно, подъехали, подзаряжаемся. Сейчас буквально минут 15, наверное, посижу, машине подожду и поеду дальше по делам. Вот очень хотелось бы, чтобы в городе как можно больше было зарядных станций. Очень такой современный тренд на экологичный вид транспорта и пользуется популярностью у нижегородцев, потому что автопарк электромобилей, он растет, вырос за последний год, когда мы начали работу по инфраструктуре вот этой вот заправочной, вырос более чем в два раза. Наш город является участником пилотной программы Минэкономразвития по развитию зарядной инфраструктуры для электрокаров.